Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. 11 апреля – день большой удачи. Обязательно у окна скажите всего несколько слов. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Вторник, 11 апреля – период активности и вдохновения, позволяющий вам справиться со всеми имеющимися преградами и успешно завершить дела, долгое время откладывающиеся на потом. Правящие сегодня благоприятные 21-е луны сутки являются периодом достижений, движения вперед, привлечения перемен. Проявив должное упорство, вы сумеете достичь всего, к чему стремитесь, при условии, что действуете честно и благородно. Луна находится в Стрельце, добавляя дню еще больше сильных и активных энергий. Это пора движений и активности, когда любое бездействие доставляет сильный дискомфорт и даже может стать причиной недомогания. Кроме того, вы ощутите потребность защищать тех, кто слабее, действовать во благо окружающих, поступать исключительно по правилам. Единственной трудностью, с которой вы можете столкнуться, является повышенная эмоциональность данного периода. Поэтому старайтесь избегать бурного проявления чувств. Сохранить спокойствие помогут медитации и дыхательные упражнения. Стремительные и быстрые 21-е луны сутки являются временем, когда невозможное становится возможным. Однако не стоит ожидать, что все сложности решатся сами собой. Вам понадобится проявить активность, принимать важные решения, действовать решительно и смело. Чем активнее вы проявите себя, тем успешнее будут все ваши действия. Сегодня вы можете совершать рискованные поступки, участвовать в авантюрах, но только при условии, что ваши действия не несут никому вреда. Также следует помнить, что удача будет на стороне тех, кто честен с собой и окружающими. Любая ложь будет раскрыта в самые короткие сроки и принесет вам массу неприятностей. 21-го на сутки вы получаете шанс изменить что-либо в своей жизни, отказаться от дурных привычек или оставить позади изжившие себя отношения. Энергия этого периода лучше всего подходит для внутренних и внешних трансформаций, позволяя привлечь желаемое. Поэтому смело идите навстречу своему счастливому будущему, не оглядываясь назад. Сны, увиденные вами сегодня, являются отражением творческой стороны вашей натуры. Расшифровав их, вы сумеете понять, насколько продуктивно используете имеющийся потенциал, обнаружить способности, о которых ранее не догадывались. Особенного внимания требуют мрачные сны, так как они указывают на неправильное использование своих талантов, либо их игнорирование. Детали сновидения укажут, на что именно обратить внимание и как исправить сложившуюся ситуацию. Муза непременно посетит вас с самого утра, даря множество интересных и необычных идей, поэтому смело приступайте к их воплощению. Если есть желание, осваивайте новые увлечения, посещайте мастер-классы, занимайтесь с детьми. Также вы можете направить творческую энергию на привычные домашние дела, к примеру, придумать новые блюда или разнообразить декор комнат собственноручно. Следуйте за своим вдохновением, и результат вас не разочарует. Удачное время для получения новых знаний. Сегодня вы с легкостью разберетесь с любыми, даже самыми сложными темами, особенно если проявите немного заинтересованности. Не менее результативным будет и повторение пройденного. Поэтому вы сумеете без каких-либо трудностей закрепить в памяти изученный ранее материал. Мощная энергия этих лунных суток идеально подходит для физической активности. Сегодня вам будут по силам любые нагрузки. Луна советует. Наступает один из лучших дней для активной деятельности, поэтому не упускайте свой шанс. Выберите несколько важных задач и с головой погрузитесь в их решение. Отдайте предпочтение самым сложным и запущенным делам, чтобы наиболее продуктивно использовать возможности этого периода. День не подходит для индивидуальной деятельности, поэтому чаще советуйтесь с коллегами, даже если заняты работой над персональным проектом. Взаимопомощь и обмен опытом помогут найти лучшее решение любых самых сложных задач. Также это хорошее время для поиска новых партнеров, контактов с инвесторами, проведения презентаций. Прекрасный день для любой финансовой деятельности. Удачными будут любые покупки, даже дорогостоящие, а инвестиции быстро начнут приносить прибыль. Однако отдайте предпочтение проверенным компаниям, а принимая решение по проведению рискованных сделок, прислушайтесь к своей интуиции.
Отличное время для работы по дому. Сегодня вы можете заняться всем, к чему лежит душа. Начиная от смены декора и заканчивая грандиозным ремонтом. Однако не привлекайте к процессу посторонних, поскольку чужая энергетика может нарушить гармонию вашего жилища. Позитивная энергетика этих лунных суток идеальна для общения. Будут успешными любые новые знакомства. Также это неплохой день для восстановления старых связей. Особенно позитивно пройдет общение с близкими. Вы получите массу удовольствия и заряд позитивной энергии. Замечательная пора для общения со второй половинкой. Рекомендуется посетить совместные мероприятия или сходить в гости к общим друзьям. Это поможет вам узнать друг друга ближе. Путешествия, начатые в эти лунные сутки, будут особенно удачны, если вы отправитесь в дорогу в компании близких. Если же поездка начата в одиночестве, постарайтесь завести знакомство с попутчиками. Это поможет вам привлечь больше удачи, так как сегодня нежелательно надолго оставаться в одиночестве. Сильная энергетика дня позволяет с успехом проводить любые обряды убывающей луны. Однако не рекомендуется осуществлять темные практики. Отдайте предпочтение светлой магии. Недопустимо приступать к практикам в плохом настроении или состоянии злости, поскольку вы можете получить не тот результат, который ожидаете. Так, например, можно провести от бедности. В любое время дня отправляйтесь на природу. Найдите любое дерево, которое вам понравится. Оставьте у этого дерева 3 монетки и скажите такие слова. Деревце растет, холод его не возьмет, мышь не погрызет, а денежки мои никто не возьмет. Нищете рядом со мной не быть, деньгам моим под надежную защиту быть. Говорим 3 раза. Далее подставьте свои руки под воду и скажите такие слова. Вода текучая, тело мое омывает, болезни с меня смывает. Недуг, сырую землю от меня уйди, навсегда меня от себя освободи. Говорим так 3 раза. Далее воду выключаю. От полноты. Для обретения желанной стройности наполните стеклянную бутыль чистой простой водой. После наступления темноты поставьте на подоконник, посмотрите на луну по возможности. Если пасмурно, смотрите туда, где она по вашему предположению находится. После 3 раза скажите такие слова. Луна худеет и убывает, лишний вес мой с собой забирает. Все лишнее с моего тела пусть исчезает, навсегда во тьме тает. Истина. Вот проговариваем 3 раза. Затем налейте немного воды в стакан и выпейте медленными глотками. После этого до самого утра нельзя ничего есть. Все. Оставшуюся заговоренную водичку пейте небольшими дозами каждый вечер. Для того, чтобы в вашей жизни наступили позитивные перемены, до захода солнца обязательно подойдите к окну. Подумайте о счастливых переменах в своей жизни, которые вы хотите привлечь. После чего у окна скажите волшебные слова. Слова идут такие. Благословленное солнце, ты источник жизни и света. Просвещай мой путь к успеху и процветанию своим лучистым светом. Пусть каждый день наполняется мудростью и верой, а каждое дело удачей и процветанием. Солнце, я призываю твою силу и энергию. Даруй мне свою благодать и помоги достигнуть благополучия и успеха. Истина. Вот проговариваем 1 раз, и этого будет достаточно. Вот посмотрите, как в вашей жизни будет процветание. По народным приметам в этот день отмечают Марков день. Празднующие день рождения обладают идеализмом, уверенностью в себе и своих взглядах. Часто их точка зрения непробиваема окружающими. Нужно отдать должное при твердости и смелости взгляда, эти люди наделены честностью и справедливостью. Они готовы бороться за правду и никогда не остаются безучастными к проблемам и страданиям тех, кто слабее. К сожалению, не берегут себя и свое психическое здоровье. Им нужно уделять больше времени для отдыха, гулять и высыпаться. Но их талисман – циркон. На Руси этот день связывали с березами. Просили у этой русской красавицы отменного здоровья, радости и тепла. Из-за внешнего изящества этого дерева женщины просили у березы красоты и стройности. В этот день обязательно готовили березовый отвар. Его принимали всей семьей для восстановления жизненного тонуса и активности. И по традиции перед сном обязательно 1 раз повторяем такие слова. Я засыпаю,
Чувствую благодарность за все блага в моей жизни и за то, что я могу отдохнуть и пополнить свои силы каждую ночь. Вот повторяем один раз, и вы посмотрите, как вы будете чувствовать себя великолепно.